Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этом новом выпуске я хочу рассказать вам о долгожданном релизе кошелька Trusty Wallet. Я думаю, многие из вас уже успели познакомиться с этим кошельком из моего предыдущего ролика. Однако 15 декабря вышла его обновленная версия. Причем сразу отмечу, что изменился не только дизайн, но и появились новые расширенные возможности, о которых, собственно говоря, более подробно я сейчас вам и расскажу. Кстати, еще одной приятной новостью является то, что постоянные пользователи смогли принять участие в баг баунти и заработать TRX в эквиваленте до $100 за найденные ошибки, что, согласитесь, тоже очень приятно. Так, а теперь все же давайте пройдемся по порядку, что изменилось. Как видим, на главном экране все так же остались активы, которые пользователь самостоятельно выбрал и с которыми работает постоянно. Однако, помимо всех тех функций, которые уже были, на главном экране появилось много новых, а именно возможность менять порядок расположения монет на главном экране, возможность скрыть общий баланс и баланс монет от посторонних глаз, а еще появилась уникальная возможность отправлять и получать транзакции, не заходя в монету. Для этого достаточно свайпнуть ту или иную монету вправо. При этом, чтобы наоборот убрать ее с главного экрана, достаточно свайпнуть по монете влево. Не знаю, как вы, а я люблю, когда эргономика и мобильность кошелька спроектированы настолько удобно, что тебе не нужно совершать кучу лишних действий. Достаточно 1-2 клика, и ты уже делаешь то, что тебе нужно. Что ж, продолжая знакомство с обновленным главным экраном, не могу не обратить ваше внимание и на появившийся элемент, доступный в кнопке «Добавить актив», где теперь монеты и токены разделены. Кстати, еще одним приятным дополнением считаю появление кнопки «Колокольчик», благодаря которой отображаются абсолютно все уведомления о движениях средств кошелька, изменениях курсов криптовалют и новости сервиса, которые я, кстати, настоятельно рекомендую вам почитать, так как уверена, что вы найдете там очень много полезной информации. Что же касается кнопки настроек, то переехала она в правый верхний угол экрана, чтобы, как говорится, лишний раз не мешаться, но при этом всегда оставаться под рукой. Что ж, это, пожалуй, все, что я хотел сказать про основные изменения на главной странице кошелька, поэтому предлагаю пойти дальше и коснуться изменений, произошедших в разделе «Настройки». И первое, что я отмечу, так это то, что сид-фраза теперь защищена от посторонних глаз. И поэтому, чтобы ее теперь увидеть, вам просто необходимо удерживать таб на экране «Recovery Phrase», что я считаю очень удобно и порой крайне необходимо, когда рядом с вами есть посторонние, и вы бы не хотели, чтобы они невольно подглядывали за вашей сид-фразой. Также отмечу, что в рамках Trusty Wallet стала доступна и темная тема, а новые настройки уведомления теперь позволяют отключать и включать необходимые вам оповещения. При этом в кнопку «О кошельке» переехали ссылки как на техподдержку, так и на медиаресурсы, что считаю тоже весьма удобным решением. Что же касается кнопки «Покупки-продажи», то в ней тоже произошли некоторые изменения. Так, например, вам теперь стал доступен выбор не только торговой пары, платежного метода, но и расширенный список поддерживаемых фиатных валют, в состав которых вошли доллар, гривна, рубли, евро, фунт и даже турецкая лира. При этом стал активен выбор плавающего и фиксированного курса покупки. Одним словом, теперь кошелек Trusty – это еще и мониторинг обменников. С более расширенным списком провайдеров, поставщиков ликвидности, стал доступен выбор обменного провайдера. Смарт-алгоритм в режиме реального времени мониторит курсы, интегрированных в кошелек обменника, определяя самый выгодный обмен и помечая его ярлыком «Best Offer», что, согласитесь, тоже весьма удобно. При этом в кнопке обмена вы теперь также легко можете совершить как выбор обменной пары плавающего и фиксированного курса, так и выбор обменника. Как говорится, вроде бы и мелочь, но приятно. Кстати, обновления коснулись еще и счетов монет и их отправки, ведь их структура также была переработана. Поэтому раздел счетов стал более информативен, а в детали транзакции разработчики включили еще и хэш, комиссию и время. При этом отмечу, что по итогу сократилось общее количество шагов, необходимых для отправки. Следовательно, и время вашего участия в процессе тоже, а это, я считаю, просто огромным плюсом. Более того, доступный перечек по полной информирует нас о всех сопутствующих деталях предстоящей транзакции, что лишний раз дает нам возможность проверить все необходимые аспекты. Не знаю, как вы, а я в полном восторге. При этом еще одной крайне важной темой для обсуждения считаю пассивный заработок, который теперь
стал доступен в Трасти. Ведь если раньше в рамках кошелька вы могли зарабатывать только на реферальной программе и кэшбэке, то сейчас вам станет доступна еще одна крутая опция, позволяющая зарабатывать на стейкинге криптовалюты Tron. То есть, если у вас имеется некоторый баланс монеты Tron, вы легко можете его заморозить и голосовать за самую выгодную ноду. При этом отмечу, что сам сбор наград доступен ежесуточно, сразу на кошелек. А это значит, что вы сможете получать небольшой пассивный доход ежедневно. Ну не круто ли, спрошу я вас. Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. А пока я перейду, наверное, к самой главной и интересной части данного видео. А именно к подаркам. В честь релиза Trusty Wallet дарит презенты в виде $1 99 центов на кэшбэк-баланс всем тем, кто в период с 20 по 27 декабря установит кошелек по ссылке, указанной в описании под этим видео. При этом отмечу, что установка кошелька должна произойти непосредственно по той ссылке, которую я укажу в описании, иначе вы не сможете получить обещанный презент. При этом, если данное видео вы сейчас смотрите со своего ПК, то для удобства установки Trusty Wallet вы можете сканировать появившийся на экране QR-код. Что ж, на этом мой ролик подошел к концу. Надеюсь, вы нашли его для себя не только интересным, но и очень полезным. Так как Trusty Wallet действительно очень крутой кошелек, которым я пользуюсь на регулярной основе. Поэтому переходите по ссылке, указанной в описании, и я уверена, вы тоже оцените его по достоинству, учитывая тот факт, что с последним релизом он стал еще удобнее и практичнее.